Двухэтажный дом по Красной 26 стоит, что называется, на бойком месте. До центра рукой подать, жить бы в таком да радоваться. Но ровно до той поры, пока не откроется дверь, деревянный пристрой. Для жильцов это и туалет, и прачечная. Вот единственный туалет на 10 семей. Посмотрите, что у нас. Вызываем, мы не можем дождаться, чтобы к нам приехали. В туалете на 10 семей работает одна единственная кабинка. Механизм слива времен царя Гороха. Второе помещение для естественных нужд тоже есть, но там только стены бездействующего унитаза. Как этим, с позволения сказать, туалетом пользуются 40 жильцов, представить трудно. Кроме очевидной потребности в замене сантехники, здесь явно нужен и капитальный ремонт самого помещения. Но пока коммунальщики как будто играют с жильцами в высокоинтеллектуальную игру «Найди следы ремонта». Последний ремонт управляющая компания «Гарант Комфорта» провела здесь, как говорят жильцы, 2 года назад. Запенили вот эту дырку. Остальные дыры так и продолжают зиять. Входные двери вот-вот просто выпадут из проема. Впереди зима, резкая смена температур, что, как известно, приводит к деформации даже пригодного к эксплуатации материала. Люди несчетное число раз писали в управляющую компанию «Гарант Комфорта», просили отремонтировать туалет, но там факты обращения отрицают. У нас вопрос по поводу туалета на Красной 26. Еще раз скажите, какой вопрос? Туалет по Красной 26. Я не знаю, если я, по крайней мере, вот это вот, то есть я слышал. Так, а то есть вы не слышали об этом туалете еще? Нет, я говорю, что я вам серьезно, что я не слышал. Да сколько еще раз скажите? Красная 26. Мы уточняли адрес дома несколько раз в течение телефонного разговора, и нам все же пообещали выслать мастера уже сегодня, хотя вместе с нами сделать это отказались наотрез. Давайте до конца недели, да? Красная сколько? Красная 26. Сегодня мы обследование сделаем, а завтра мы вам скажем. На обследование можем сегодня с вами съездить, когда вы поедете? Да, сегодня обследование сделаем, да. Во сколько, когда мы с вами поедем? Зачем вы с нами поедете? Мы сами съездим, да посмотрим, что там. Будет ли осмотрен туалет, скоро узнаем. А пока этот материал может послужить для жильцов поводом для обращения в прокуратуру. Мы же, ко всему прочему, попытались выяснить стоимость якобы проведенного 2 года назад ремонта. 2 года назад, жители говорят, производился ремонт, там запенивали часть двери. Акт выполненных работ есть какой-то в вашей компании? Я сегодня не буду, завтра буду, да, где-то. Но я не думаю, что вам быстро такие документы сделают. Только если к концу недели, потому что надо документацию все легко выявить. Конечно, мы вернемся к этой теме через неделю и через две, пока люди страдают от безучастности и равнодушия коммунальщиков. При этом, между прочим, исправно оплачивая многочисленные счета за капремонт, техобслуживание жилья, текущий ремонт, который, кстати, предусматривает и ремонт в туалете. Мы вот платим регулярно, получаем пенсию, регулярно платим, все оплачено, но почему нам ничего не делают, вот это для меня вопрос и загадка. Елена Котельникова, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».